Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Про Zoom я сделал уже 3 видео, ссылка на плейлист в описании, и в целом все про него рассказал. И тут друг прислал мне ссылку на статью, что в Zoom обнаружена серьезная уязвимость, аларм. Я решил изучить вопрос, а изучив, сделать еще один скринкаст. Не то чтобы я без ума от Zoom, но действительно сейчас он меня, да и многих, очень сильно выручает. Кстати, если вы не используете десктопную версию, то срочно смотрите наш предыдущий скринкаст и используйте. Это очень удобно. Так вот, я ему доверяю, и вдруг одно уважаемое мной издание пишет, что небезопасен и вообще они от него отказались. Ну да, были проблемы, что сделал Zoom? Выкатил обновление и устранил ошибки. Причем я бы их даже не назвал серьезной уязвимостью, но об этом позже. Теперь буквально со вчерашнего дня вместо пригласить участников тут красуется закладка «Безопасность». А приглашать участников теперь нужно из закладки «Управление участниками». Тут все по-старому. Что же у нас в закладке «Безопасность»? Заблокировать конференцию и включить зал ожидания. Кроме того, можно запретить пользователям использовать чат, демонстрировать экран и менять имя. Про это не буду рассказывать, тут все понятно, хотя за это Zoom тоже ругали. Что такое зал ожидания? Вообще, в философском смысле, за ответом на этот вопрос нужно обратиться к Борису Усову. Очень хорошая песня у него есть на этот счет. А если говорить про Zoom, то при включенном зале ожидания, когда кто-то пытается войти в конференцию, войти он не может. Ему пишут, что нужно дождаться одобрения. А у организатора появляется сообщение, что кто-то ожидает при дверях. А после того, как этот кто-то войдет и вообще войдут все желающие, двери эти можно и вовсе затворить. Все, теперь все опоздавшие и всяческие злобные хакеры увидят при попытке зайти вот такое сообщение. И никакой возможности даже постучаться. Про хакеров и все остальное расскажу позже, скажу лишь, что большая часть критики была связана с этим. И еще столько же было связано с записью и хранением видео. Вообще хорошим тоном является установить в настройках, позже покажу как, требование запрашивать у участников разрешение на запись. У меня оно включено. То есть я как организатор могу включить запись, а участнику придет вот такое сообщение. И дальше он уже сам решает, оставаться ему в конференции, которую записывают, или из нее уйти. А в целом с видео такое правило. Лучше не записывайте. Записываете – храните на компьютере. Записываете в облако Zoom – ставьте пароль. Собственно, это и было громко названо уязвимостью. Люди выкладывали в облако Zoom записи конференций без всяких паролей в открытый доступ. Злоумышленникам не составило труда их оттуда скачать, учитывая однотипное название записи видео в Zoom. Виноват ли Zoom? Наверное, нужно было громче предупреждать об опасности выкладывать что-то в открытый доступ. Хотя вроде это и так понятно. Как решить? Зайти в настройки и включить... Кстати, вот тут включается запрос на право записи. Так вот, зайти в настройки, а в настройки заходит вот так. И посмотреть, что тут сказано про добавление записей в облако. Можно вообще дать право захода только с определенных IP-адресов. Требовать пароль. Можно автоматически удалять записи спустя какое-то время. Словом, не хотите проблем, загляните в настройки. Кстати, запись в облако вообще доступна только в платных тарифах. Теперь про крутых хакеров. Это интересная штука, я не уверен, что многие об этом знают. Я думаю, Zoom пока в диковинку у нас, как и слоны. Когда вы создаете новую конференцию, вот эта галочка не включена. И новая конференция — это всякий раз новая конференция. Однако у вас, если вы авторизованный пользователь, есть постоянный номер. Это практически ваш номер телефона, личный. Вас по нему всегда можно найти в Zoom. Если человек его знает, он спокойно может зайти в вашу конференцию и ждать, когда там появитесь вы. Причем ждать вас там могут даже целой толпой, а могут делать это даже без вашего ведома. Или, например, зная его, могут зайти, когда вы общаетесь с любимой, и тихонечко послушать, что же вы там говорите. Не всегда, кстати, можно заметить появление неизвестного на конференции из 20 пользователей. Да и при разговоре с любимой тоже не всегда. Более того, даже не зная номер, а просто перебирая ID, любой школьник мог нарваться на конференцию, которая не закрыта паролем. Собственно, так и действовали крутые хакеры. И решается это просто. Здесь, если говорить про постоянный ID, нужно, например, включить зал ожидания. Что это, вы уже знаете. А еще и пароль. Конечно, не такой простой, ну или в какой-то другой связке. Кто-то может ограничиться только паролем.
а в глобальных настройках которых тут много, я вам советую их все хотя бы просто пробежать, нужно было включить обязательную установку пароля для новых конференций, которая по умолчанию была выключена. Сейчас она по умолчанию включена, то есть все новые конференции создаются с паролем для захода по ID. И, по-моему, даже нет возможности эту функцию отключить. То есть на выходе почти все уязвимости были связаны с невнимательностью пользователей. Вообще есть, конечно, о чем еще поговорить в связи с уязвимостью Zoom, но это уже, наверное, не в рамках скринкаста. Читайте статью на сайте Теплицы, статья хорошая, там все подробно описано. Ссылку оставлю в описании. А вопрос, на какой такой безопасный сервис видеоконференции ушло одно уважаемое мной издание, после того, как выяснилось, что Zoom небезопасен, для меня остается открытым. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и любите друг друга.